Истекшая неделя прошла без каких-либо серьезных происшествий в штатном режиме. Об этом в своих докладах сообщили руководители коммунальных служб. Инспектор Госавтотехнадзора Эдуард Гребенников рекомендовал их сотрудникам уделить пристальное внимание своевременной уборке льда и обработке улиц. По словам директора МУП ЖКХ, ситуация находится под контролем. Дворники активно работают над этим. Специалисты благоустройства также заняты чисткой дорог. Вчера делали работу, что сначала сгоняли воду, следом за ним прям шел трактор, посыпали песком, чтобы во избежание некоторые тротуары вчера к обеду уже открылись совсем целиком. Сейчас продолжаем опять заново все это, потому что подморозило. 2 декабря в Подольске воспитанницы военно-патриотического клуба «Честь» «Дюц Радуга» приняли участие в соревнованиях «Девушки в погонах». Наша команда собралась буквально за 2 месяца до этих соревнований. Не было у нас достаточного количества девушек в погонах. Но тем не менее, из 18 команд по результатам наша команда на 5-м месте. 1 декабря в Пущине началась новогодняя кампания. Ее открыли праздничным детским мероприятием «Навстречу зиме». Главная городская елка теперь блистает на площади возле Центра культурного развития. На оперативном совещании прозвучала информация о том, что 9 декабря в Доме ученых состоится 2-я муниципальная благотворительная акция «Мы выбираем милосердие». Принять участие в ней может любой желающий, приобретя билет на концерт. В рамках акции пущинским детям-инвалидам будут вручены подарки. Анна Лихачева, Сергей Воронков, Тимофей Кимов, ТВС Пущино.